Первый раз в первый класс у родителей начинается значительно раньше сентября. Ночь с 31 января на 1 февраля мамы и папы будущих первоклашек стекаются к 73-й школе, чтобы в 9 утра, когда откроется запись, стать первыми попавшими в списки зачисленных. Информация о том, что подать заявление через портал госуслуг равнозначно тому, чтобы остаться без места в нужной школе, распространилась в родительской среде быстро. И как результат – паника и очереди у школьных дверей. Тревога безосновательна, утверждают в управлении образования. При отсутствии свободных мест в школе родители могут обратиться в Управление образования и молодежной политики города Рязани по адресу Ленина 45А для того, чтобы дополнительную информацию предоставили и рекомендовали возможность зачисления в иное образовательное учреждение. До 1 июля зачислят детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. В течение 4 рабочих дней издается приказ, а уже с июля начинается зачисление тех детей, чьи родители выбрали школу не по месту прописки. Подать заявление и записаться можно до сентября. Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, зачисление начинается с 1 июля 2020 года. Информация о наличии свободных мест к этому времени будет размещена на информационных сайтах образовательных учреждений, а также на стендах в самих школах. Ежегодно более 6 тысяч детей поступают в первые классы, и места предоставляют всем. Та ситуация, которую пришлось наблюдать в минувшие выходные вокруг некоторых школ города, связана с несколькими моментами. Один из них – это недоверие к электронной форме записи. Между тем, записавшись через портал госуслуг, можно быть уверенным, что в стороне от образовательного процесса вы не останетесь. Дорогие родители, хотел вас заверить, что все наши дети будут обеспечены местом в школе города Рязани. Подав заявку через портал госуслуг, можете спокойно выбирать удобную для вас дату, чтобы прийти в школу с необходимыми документами и подтвердить запись. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».